Lots of good questions. А я ж просидела до 5 часов, там это еще. А где же, где просидела? Там или Краснополье, где там это участок? Здравствуйте. Здравствуйте. А кто тебя туда отправлял? Оксана позвонила. Стойте, остановите, смотри, человека. Стойте, остановитесь, смотри. Девочки, становитесь по три человека. Да, я за ними, я за ними. Сюда лицом ко мне. Три человека. Три человека. За ними еще стали. Стали еще три человека. Стали потом еще три человека. Ну, вы не знаете, как поставить колонну людей. Ну, так поставьте. Сами себе. Ну, еще что вы думаете? Просыпаемся мы, и грохочет на пол. Ой, гроза! По широкому пройду путь, что-то с памятью моей стало. Такая попала, будет работать. А магазинчик из-за этой нет.
Нет, так там же и вот на пробке кристалл написано, и там на этикетке на кристалл. И это вот клято это доделано. Так уже я не знаю. Уже был сильный лук. Цветочками. Кому цветочки? А? Цветочки кому? Деду. Деду, да. Ветерана. Ну, войны. Так. Молодец. Своему деду. Кто снимает такая? Игната. Он боешку снимет. Лето. Вон. А кому цветочки все? Это кому цветочки? Ветеранам. Ветеранам, да? Вероника? Вероника? Дочь? Ну, веселее. А что без цветочков, значит? Маша, улыбнись. Два часа. Вот она пойдет. Пять. Пять, если она пойдет. Thank you.
Да, спокойно, спокойно. Все, я где взялся, как его звали. Опять в историю. Где Галя? Вот так повторяю, если она снимет.
И нас тоже зажняется, да, Витя нас мы так красиво несем. И Ольку тоже захвати. Минуту оказывал им приют. Мы собрались, чтобы поздравить друг друга с великим праздником Победы. Встретиться, поговорить, вспомнить о грозном военном времени. Пусть ветераны сегодня в мыслях окажутся в своем молодом, детсадовском возрасте, в силе и при том оптимизме, которые в войну во многом помогли им не только устоять в момент смертельной опасности, но и победить превосходящего в силе коварного врага. Митинг, посвященный празднованию 56-й годовщины победы нашего народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Первый партизанский отряд номер 128 воздушно-грязничный
Каждый год, разный день победы, мы склоняем свои головы перед подвигами тех, кто дал свои жизни, чтобы мы с вами могли жить в мире и счастье. Вечная память павшим героям. Прошу почтить их память внука Мельчанина. Наша победа была и навсегда остается великой. Ее величие не только в самом факте полного разгрома Красной Армии самых мощных, что уровень Чехословского военной мощности. Мы в создании советского народа еще при военной годы мощных, материально-технических и духовных предпосылок для этой победы. Наш народ сокрушил фашистскую мощь, созданную телами тех, кто победил. Именно благодаря ей мы не оказались под кусницами германских танков. Вся Европа не смогла остановить Гитлера. Мы его разгромили. Мы сокрушили фашизм не только силой духа и героизма советских людей, но и лучшей сталью, лучшими танками, лучшими самолетами. И все это было создано беспрецедентно, на пределе человеческих сил трудом ударников первых пятилеток. Огромный героизм был проявлен и в послевоенные годы. Белорусы в короткий срок вместе с братскими народами Советского Союза восстановили промышленность, сельское хозяйство, подняли из руин города и села. И сегодня наш народ целеустремленно воплощает в реальную мечту многих поколений строить процветающие и независимые государства. 56 послевоенных лет показали народам планеты, что мало победить врага в открытом бою. Надо в мирной жизни не растерять кулаки этой памяти. Не так на порубание величайшие завоевания. К сожалению, после Второй мировой войны мы все не будем прав. О чем свидетельствует современная военно-политическая обстановка в мире. Яркий пример этого. Военные конфликты на Балканах и на Северной. Все, кто сегодня думает, что развитие не сожалеет. Но и оно бессильно перед памятью благодарных потомков. Вам и вашему подвигу жить в веках. Спасибо вам, дорогие старики. Долгих вам лет. Днем победы. Товарищи, митинг посвящен. Прошу трудовые коллективы города возложить цветы и корзины памятнику погибшим.
Я так и хочу.